Так, що у нас тут? СВ-шка. Дегенчик зверху. Це динамік. Як звичайно. Їбати там. Так, що ще є? А, кава. Бачите, кава. Є зроблена кава. Навіть є корівка, бачите? Рошиновська. Петр Олексійович підігнав. Так. Опять какие-то грозы передают. Не прекращается череда непогоды. Никак не установится солнечная погода, например. Ага, ой, как шум пошел. Шум, шум, шум. Ну, у нас погода с утра была пасмурно. Сейчас вроде бы разъединилась, но ветер. Так что вот такие вот дела, прием. Ясненько. Там кто-то включался на меня, я так понял, что ли. Кто-то там настраивается, алёкает. Ясно. В общем, у нас прохладно. Ну, как сказать, для этого месяца вроде пожарче должно быть. Что-то 20 градусов. И по ночам он передает там и 13. Сейчас еще будет холоднее. Не знаю, там гадает. Может, в июле лето будет нормальное. Хорошего дня, Николай. Настроение 73. Пока-пока. 73. Все доброго. Пока. Этого от 80 отвечает на то, кто по-другому идет. Так что вот так вот, первый прием. Ну все, я понял, написал я. Машина, а то я у меня компьютер.